нас сьогодні в студії Ярослава Семаренко. Це інструктор з флай-йоги. Доброго ранку, Ярослава. Доброго всім. Як настрій? Как всегда, йоги просыпаются утром, делают свои практики, и настроение от этого всегда на высоте. На весь день и на все життя, так? Ярослава, розкажіть, будь ласка, я взагалі не розумію, що таке. Я знаю, що таке йога, ну так, в якихось загальних рисах, що таке флай-йога. Розкажіть нам, і глядачам буде дуже цікаво послухати. Флай-йога – это, можно сказать, какая-то эволюция йоги. Говорят, что раньше когда-то в традициях айенгара использовались все-таки веревки, которые там к стене были прицеплены. Это помогало человеку выполнять те асаны, которые он физически по каким-то причинам выполнять не мог. Слабость, какие-то свои естественные ограничения. Вот использовались как поддержание эти веревки. А потом это современное направление, лет 10 назад такой бродвейский танцор, гимнаст придумал занятие, помимо того, что, насколько вы знаете, есть полотна гимнастические, он заметил, что после занятий на этих полотнах он себя чувствует очень отдохнувшим, даже если он там очень много куда-то переезжал, много работал. И он решил это как-то объединить. То есть объединить это уже общее полотно, не отдельно. И перевернутые асаны, которые в нем выполнялись, имели такой очень любопытный эффект. Человек мог вытягивать позвоночник, мог направлять кровообращение, соответственно, как-то почувствовать себя по-другому. И с этой уже дисциплины родилась и флай-йога, есть флай-дэнс, флай-стрейчинг, это называется очень по-разному, аэро-йога, есть много-много направлений, но как факт, это направление телесно-ориентированной йоги. Это для тех людей, кто, в принципе, уже все-все-все перепробовал, удивите меня. Кто пробовал йогу, кто пробовал любые направления там, и виды спорта, попробуйте флай-йогу, вы заметите разницу. Тобто спочатку потрібно спробувати звичайну класичну йогу, а потім уже флай-йогу. Чи можливо почати саме з флай-йоги? Якщо я взагалі ніколи не пробувала цим займатися, можу з флай-йоги спочатку починати? Чи краще все-таки з чогось більш приземленого, скажімо так? Я поняла, якщо ви не бачили предыдущих серій, стоїть ли вам йти на цей фільм? Стоїть, тому що ви можете добитися ефекту в практиці намного швидше. Гамак підтримує вас, он обеспечивает опору, поддержку, и на нем намного проще расслабиться, потому что это эффект колыбели. Когда вы плавно покачиваетесь в нем, ваши мышцы, они как в утробе матери, это для вас очень естественное положение, вы можете расслабиться намного более эффективно. Есть разные группы по этому направлению. Для начинающих, для продолжающих. Все зависит, конечно, от инструктора. Если вы попадете в группу там, где уже переворачивается, делают такие сложные акробатические трюки, вам там, возможно, будет неинтересно. Но я занимаюсь разными группами, индивидуальными занятиями, поэтому в любом случае стоит попробовать и ощутить вот этот полет, кайф от того, что вы оторвались от земли, и вы свободны. А з якого віку займаються в ваших групах? Це є й діти чи це тільки дорослі? Дітям дуже цікаво. Діти дуже люблять літати. Наверное, самая маленькая девочка – это 8 лет. 8 лет. Она получает бешеное удовольствие. Ну и самая взрослая девочка – это где-то 60+. Мои девчонки, они бесстрашные. Сколько это энтузиазму, потребно бажання, чтобы в 60 лет так заниматься, тем больше повітряною йогою, флай-йогою, я не знаю. Ці всі дівчата ось 60 років, вони починали саме з флай-йоги чи спочатку з... Да, с флай-йоги. Это показалось им очень интересным. Это для людей, которые хотят что-то интересное. Побороть свой страх, решить проблемы со здоровьем.
це допомагає, так, вирішити? Ну, є повітряні гімнасти в цирку, ми знаємо всі, що вони займаються, але там дуже такі насичені тренування, і там дуже, мабуть, велика нагрузка на всі сустави, на хребет, на все. Тут навпаки, так? Тут йде розслаблення, витягнення позвонків, як ви говорите, так? Шлікувальний такий. Тренировка в себе підрозуміває різні елементи. Конечно, это разминка, какая-то часть функционального тренинга, потому что мышцы работают очень усиленно. Вам нужно вес своего тела держать на руках, вам нужна гибкость. То есть это как раз для тех людей, у кого этого пока еще нет. Очень легко развиваться в этом направлении. Развивает гибкость, силу и смелость. А ви прийшли зразу інструктором з флай-йоги чи починали з чогось іншого? А потім як еволюція пройшла, і ви дійшли до інструктора з флай-йоги. З чого ви починали? Анечка, це все виросло, звісно, з звичайної йоги. Я інструктор з хатха-йоги. Это просто любовь на всю жизнь. И, конечно, хотелось как-то развиваться, хотелось как-то совершенствовать свою практику. Я искала подходы, искала методы. И вот для меня открылся мир флай-йоги. Конечно, сначала я прошла курсы, занималась с профессиональным преподавателем. Ну, а потом это как страсть. Ты влюбляешься в это и уже не можешь пропустить ни одного мероприятия, ни одного события. Хочется все время какие-то видеоуроки, личная практика. Це захватує. Я знаю, що звичайна хатха-йога, вони, ну от хто займається цим, досить часто їх можна побачити десь на природі. Влітку вони виходять з цими ковриками і прямо на свіжому повітрі вранці. Як з флай-йогою справи складаються? Це неможливо зробити на вулиці? Це можливо зробити на вулиці, звісно. Вам необхідний непосередньо сам гамак, як дополнительне обладнання. Ну і те місце, куди він буде кріпитися, в принципі, там все довольно просто. Просто, но все равно пусть это будет делать специалист. Если с ковриком вы можете выйти, навредить себе, подвешивая как-то своим образом гамак, это возможно сделать. Поэтому лучше это делать поначалу в клубе, в оборудованном месте, а потом, если захочется каких-то более экстремальных ощущений, конечно, можно и на улице выйти. А взагалі йогою можно заниматься самостоятельно, вдома, за видео какими-то уроками? Чи тільки має бути инструктор поряд? Чи почати с инструктором, а продовжити вдома можно самостоятельно? Як краще? На этот вопрос я могу ответить... Знаете, если лечить болезнь по книге, то можно умереть от опечатки. Есть много видеоуроков, но обладая некими знаниями, я понимаю, что есть инструктора, которые просто выглядят красиво, но по факту это не всегда полезно. Конечно, лучше взять уроки с инструктором, он объяснит вам принципы, он расскажет, как работает ваше тело, зачем, почему, для чего нужны какие асаны, и какую цель вообще вы пытаетесь достигнуть, какой цели достигнуть. Для чого нужні окремі асани? А вони, от є багато асанів, вони підходять всім, чи можливо комусь якісь асани не підходять? Як це, ну, можливо, за станом здоров'я, якимось фізичними, якимось нюансами, там є якісь виключення? Всегда є противопоказання і показання. Если это речь о флай-йоге, то принцип тот же самый. Какая-то асана выбирается отдельно. К ней нужно подготовку, подготовить определенные группы мышц, суставы, выполнить эту асану, либо какой-то элемент, и после чего сделать компенсацию. То есть, по сути, асаны могут... Компенсацию. Если у вас какая-то группа мышц была задействована, была в работе, она либо напрягалась, либо вытягивалась, то компенсация на этот участок должна быть вот прямо противоположная. Во всем должен быть баланс. Так и построено занятие с йоги, либо с флай-йоги на балансе. А вот какие конкретные асаны, это будет зависеть от того, кто пришел, какие цели, какие исходные данные, в какой кондиции человек на данный момент. Все очень индивидуально. Конечно, тут главное себе не навредить и чувствовать свое тело. Ну, то есть, понять себя. Так?
Инструктор вам, конечно, не поможет себя понять, но будет направлять хотя бы ваше внимание. Так, уже якийсь буде контроль з боку інструктора, тому що самому можна дійсно такого там закрутитися в вузол і потім не розв'язатися. Не було таких прецедентів, ні. Всіх, кого зав'язували. Складывается у людей такое впечатление, что вот сейчас их туда подвесят, закрутят и оставят. Это совершенно не так. Инструктор подходит к вам. Он... Сначала нужно вызвать доверие у человека, чтобы он понимал, что эта асана безопасна, перевернута она, либо какая-то гибкостная, что это безопасно. И как оттуда войти и выйти. И когда человек уже понимает, что это хорошо, отлично, безопасно, он выполняет и, соответственно, получает эффект и удовольствие. А були у вас такі люди, ну, наприклад, ну, не знаю, найпоширеніша хвороба, ну, хвороба, так, це хвороба, сколіоз. Ось 90%, мабуть, мешканців нашої планети Земля страждають або сколіотична осанка, або сколіоз уже якоїсь першої, другої, третьої ступеню. Ось були такі люди, які приходили з якимись проблемами і після декількох занять говорили: «Боже, мені краще, я дійсно це відчуваю». Було таке? Отличний вопрос. Сколіоз, кіфоз, грижі, протрузії. Лордоз, это все наша тема, это все вытяжение позвоночника, это все работа с мышцами, это все вытяжение мышц и, конечно, их закачивание. Как раз вот гамак и функциональный тренинг на нем помогает справиться с этими проблемами. Конечно, за год моей практики на гамаках это происходило. Также мигрени. Мигрени, тревожное состояние. Затискаются суди, нервовые закинчения. Никто не знает, как они появляются. Тревожное состояние, какие-то депрессивные состояния. Поверьте, когда вы выполняете какие-то элементы сложные, вы думаете о том, как бы удержаться, вы не думаете о своих проблемах, вы не думаете о том, что у меня что-то там недоготовлено, недожарено, недостирано. Вы находитесь, как и положено в йоге, здесь и сейчас. Ну, а починаю. От початківці, вони тільки прийшли, звісно, в них ще немає тієї гнучкості, їм дуже складно. Як ви їм допомагаєте це досягнути певних результатів? Ну, я просто не уявляю, як би я там зігнулася в три погибелі. Ну, потрібно спробувати, може б і вийшло, але ж все одно це складно на перших порах. Це практика розвиваюча. И вы приходите с тем, что у вас есть, ставите себе какую-то конкретную цель. Может быть, там первое занятие будет, да, оно вызовет у вас сразу восторг, но уже через месяц вы будете видеть результат, и тогда вам захочется практиковать дальше и дальше. Эффект есть. Я просто, у меня есть знакомые, которые говорят, я пошел на йогу, но я боюсь, да? Але я боюсь, что с меня будут глузувати. Что ось кто-то что-то умеет делать, а я прийду взагалі дерев'яний, ничего не вмію робити, и через це не йдуть. Ну, якісь такі внутрішні, так, перепони, страхи, потрібно це все залишити, і ти ніхто ні з кого не кіпкує, все нормально, так? Звичайно, ніхто ні з кого не кіпкує. Це лична практика, ви прийшли займатися собою, ви прийшли робити це для себе, і кожен чоловік думає так же, повірте, кожен практикуючий думає, тільки б на мене там нічого не подумали. Кожен зайнят сам собою, кожен має займатися своєю личною практикою, знаходитися вниманням в себе, і от через якісь 2 хвилини заняття ви розумієте, що вам вже все равно, что о вас думают люди. Вы свободны. Розкажіть, будь ласка, про таку практику, як йога для вагітних. Таке у вас є? Ви таким займаєтеся? Очень интересный вопрос. Это очень важно во время беременности заниматься именно какой-то физической практикой, в том числе и флай-йогой. Вот сейчас я занимаюсь индивидуально с беременной женщиной, и мы начали с ней заниматься вот буквально с нескольких недель. В чем польза? Польза в перевернутых асанах, в мягком вытяжении. Плод пытается найти удобное положение внутриутробное. Если мама переворачивается и все время находится в движении, ему приходится переворачиваться, соответственно, чтобы принять удобное положение. То есть он выполняет физическую работу, он уже практикует. И если мама так грамотно, сбалансированно занимается, то у нее будет уже физически подготовленный
ребенок. И мама спокойная, и ребенок уже будет абсолютно приспособлен к каким-то нагрузкам. А противопоказания є для вагітних якісь? Ну, ми знаємо, зараз взагалі дуже часта практика вагітні на збереженні, там, перші тижні, перші місяці вагітності. Не у всіх вони гладко проходять. Є якісь обмеження чи немає? Звісно, це все должен сказати лікар, да? Да, ваш врач. Ну, третій триместр – це от тільки для тих, хто все время займався іменно флай-йога. А обычная йога, просто практика немножко модифицируется и подстраивается под вас. И, слава Богу, методы йоги позволяют вам заниматься в любом возрасте, в любой физической, с любой физической подготовкой. Она всегда подстроится под ваши особенности и потребности. А какие есть еще напрямки йоги? Ну, ось флай-йога, это очень интересно. Звичайна йога, хатха-йога. Хатха-йога – это делать асаны. Это я встала в позицию, да, это хатха-йога. Направлений йоги очень-очень-очень много, их достаточно. Ну, наприклад, якісь такі. Можливо, ви хочете ще в чомусь себе, в якомусь напряму реалізувати. Є у вас такі цілі, як у інструктора? Йогой можно заниматься очень долго и эволюционировать в этом очень долго. Но обычно практики уходят больше с физической деятельности, телесной, больше внутрь. Это и есть цель йоги. То есть переделать все, что можно переделать, а потом вот сесть в состоянии абсолютно спокойным. Вы не были в Индии? Очень мечтаю. Очень хочется. Я просто знаю, що деякі інструктори, хто себе вже присвятив своє життя цій практиці, то вони відвідують Індію, там ще 20 з лишком днів вони там знаходяться, і там якісь такі обмеження, їсти не можна, щось цілий день там молитися, десь вони там в якихось храмах буддійських. Це, ну, дійсно так, таке відбувається, так? Ну, це ж не вигадки, так? Їздять і роблять таке. Звісно, і на углях, і по углям ходять, і що це дає інструктору? Ну, ось ви ще не були, але ви мрієте про це, і я впевнена, у вас все вийде, і ви відвідаєте Індію. Що це дає інструктору? Це якось внутрішньо наповнює. Що саме? Звісно, саме путешествие – це вже інтересно. Але я все-таки вважаю, що навіть у нас в Україні є дуже багато хороших преподавателів, и наша все-таки европейская йога, она для нашего человека адаптирована. Та индийская йога, она в других условиях создана, она при других обстоятельствах и для других целей. Поэтому поехать посмотреть на вот эти святые места, возможно, там с какими-то пообщаться учителями. Но как факт, Украина предлагает очень хороших специалистов, да, которым, в принципе, не так и далеко. И тут хватает чем заниматься. Пожалуйста, бери, занимайся. То есть не нужно никуда ехать, не нужно никаких специальных там условий для того, чтобы в этом продвигаться. Зрозуміло. Я дякую вам за таку цікаву розмову. Я впевнена, що я спробую. Все ж таки, для мене був якийсь страх. Ну, це щось таке йога, це щось таке для мене було незвідане. Ви так розповіли, нічого страшного немає, просто треба спробувати і все вийде. І наша сьогоднішня розмова, до речі, 21 червня буде День йоги, так? І напередодні Дня йоги ми обов'язково ще 21 червня про це розкажемо. Така з Ярославою вийшла цікава розмова, тож хто хотів давно спробувати зайнятися йогою, а тим паче флай-йогою, у вас є прекрасна нагода це зробити. Ярослава, я дякую вам за такий позитивний, чудовий ранок, за вашу усмішку. Хочеться попросити вас, ми завжди просимо наших гостей, щось побажати нашим телеглядачам. Ви можете це зробити просто зараз. У вас є на це час. Дуже дякую. Спасибо большое, що дали можливість розказати о своєму увлеченні, о своїй страсті. Звісно, я хочу пожелати людям займатися собой, иметь на это время, возможность, вдохновение. Бойтесь, но делайте. Конечно, это все должно быть очень аккуратно, очень плавно и мягко. Вот. Всем, конечно, желаю мира в душе, гармонии и только светлых эмоций. Полетаем!